Доброе утро. Сегодня 24 мая. Зимой я показывала видео, что я вот купила такое приспособление для подвязывания помидоров и клематисов. Слушайте, так здорово. Одной рукой, правда, неудобно. Вот, подвязалась. А тут, не знаю, боюсь, сломаю. Сейчас попробуем. Никак одной рукой, ребята, не получается. Не сломаю. Лучше видео приостановлю и покажу потом. Ну, вот как получилось. Помидор уже цветет. Солнышко у меня. Ничего не вижу. Вот там уже помидорка зацветает. И здесь отцветает. Так что вот такое приспособление. Очень даже удобное. Продолжим утренний обзор. Вчера уже поздно черенковала. А вот эти попробовала поставить на укоренение. Не знаю, конечно, что будет. Это пришел Bonfire, но вот отростки такие на нем были белые. Я сделала низкую обрезку, а вот эти ростки воткнула. Не знаю, что получится. Вот, а здесь у меня что? Скайфолка мне перехватила оригинальные горшочки. Я его начеренковала. Потом фисташка. Ну, по-моему, а еще немножечко вот этого вимсреда. Ну вот, 23-е поставила на черенкование. Будем смотреть, за сколько укоренится. Так. Тут мои сгоревшие. Помните, я, наверное, показывала, что у меня сгорели. Ой, я не стала выбрасывать. Вот листики опадают сами, вот эти палочки. Ну, посмотрим, может, что-то вот из междоузлей, вот, ой, сейчас фокусирую, вот из междоузлей, может, что-то пойдет. Ну, надежды так нет, но думаю, что пускай стоит ящик. Вот видите, какая-то надежда проклевывается. Прям надежда, надежда. И вот тут, вот сейчас я вот так сделаю, да, видите, листочки все так вот сгорели, а вот тут что-то есть. Ну, в общем, так я решила, что там выбрасывать. Пусть думают. Так. Вот. Тут у нас все вот. Так, хорошо. Тут нормально. Пока. А никто не падает. Вот в этом маленьком ящике крупнолистные. По-моему, здесь было воткнуто две метельчатые. Вот это бисвит. Где-то еще был. Но не так не найду. Ну вот они такие уже вон. Вон видите, белые. Ой, желтые кончики, но они вот не тянутся. Так вот, если посмотрим, давайте пожертвуем одним. Ой, вот видите, вот они корешочки. Надеюсь, видно, да, вот эти беленькие точки. Значит, это вот прям вся корневая система. Можно бы уже и рассадить. Вчера получила горшки по девятка. И 3-литровые, и 5-литровые. Большой заказ. Буду рассаживать. Так, здесь крупнолистные стоят. Вот. Ну, тоже могу рассаживать уже. Так, сейчас. Лирочкой так. Вот, видите, стаканчик держится. И корешочки. Так. Так, здесь у меня, ой, вот, здесь у меня крупнолистные,
что альпенглюхен, розовая. Так, розовая. Розовая и альпенглюхен. Два сорта. А, еще Эрли Блю. Так, ниже. Так, тут вон корешочки. Вот. Ой, плохо фокусирую. Солнышко в глаза, поэтому плохо. Плохо мне снимать сегодня. Ну а теперь я хочу показать, какие красивые тюльпаны распустились у меня в этом году. По-моему, они называются розобудные. Смотрите, какая красота. Как маленькие розочки. Они совсем невысокие. Такие. Ну вот если сравнить с нарциссами, они примерно одинаковые. И вот не могу налюбоваться. Всем хорошего дня. Спасибо за просмотр.